Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Всем здорово, ребята, с вами по-прежнему Димка, Юрка, а также Даник, и ты опять мы, а это рубрика «Битва автоугонщиков». Здарова, здарова. Всем привет. Ну а сегодня, ребята, мы выбрали абсолютно новую территорию, где будем прятать друг от друга по 8 тачек, и здесь у нас даже лабиринт есть. Давайте-ка договоримся, что сюда только на байках заезжаем, но не через F2 его просматриваем. Если кто-то вдруг надумает сюда спрятать. Давай, не надо сейчас ставить сюда тачки, это бред. Но в любом случае, ребята, будет интересно, весело. Да, вы обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Сейчас Даник все 8 сюда засунет. Вот, не забывайте, конечно же, подписываться еще на, получается, колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я вкратце рассказываю суть рубрики. У нас 8 тачек на прятание по всему аэропорту. Вот, я для себя уже 8 приготовил. Сейчас буду их прятать. Вот, ребята, тоже. Ну а после, по 15 минут, у нас на поиске будет. Мы должны будем угнать эти машины, найти для начала, вот, и количество тачек, которые мы сможем найти, конвертируется в количество баллов. После мы проведем еще парочку испытаний, ну и выявим победителя. Вы обожаете данную серию и данное шоу, так давайте-ка поддержим его и поставим 3000 лайков, выйдет новая серия. Ну а на этом все, мы отправляемся готовиться. Ребята, а первую свою машину я решил оставить вот здесь, и она будет не зеленого цвета, мы ее покрасим черный и посмотрим, справиться с этим, ребят. Очередную тачку мы решили закопать в кучке мусора. Это у нас, ребята, Камри. Так уж и быть, ребят, давайте-ка прямо на входе, вот прямо вот здесь, спрячем одну тачку. Прям вот, ну, не надо никуда ехать, тупо на входе. Но это будет легко. Ребят, а еще одна тачка будет стоять вот в этом проезде, о котором мало кто знает, или, быть может, даже не помнит. Вот в этой комнате. Отлично. Еще одну машину, я просто приклею на входе к вот этому тоннелю. И тоже покрасим ее в черный цвет. Супер! Я поставлю чуть дальше от спауна наш Урус. И да, ребята, будет он тоже черного цвета. Как раз таки на потерю времени. А что если внутри самолета спрятать обычную тачку? И просто покрасить ее в белый цвет. Да, так, чтобы она не бросалась в глаза. Ну, а заключительной машиной на сегодня у нас будет четырка. Ну а найти ее очень-таки просто. Вот забраться, конечно, уже проблема. Ребята, это были все тачки, мы ее сейчас тоже в черный покрасим. На сегодня дожидаемся, ребят, будем начинать. Ребята, ну что же, мы спрятали все машины, поэтому я запускаю таймер. Полетели, полетели искать ваши тачки, которые вы куда-то засунули. Я ставил зеленые. Так, я знаю, что обычно сюда ставят, но вот вопрос, есть ли в этот раз... А вообще, как, жестко, не жестко ставили? Я, да, зеленый ставил. Я жестко ставил. Ты жестко ставил? Очень. Ну ты жесткий. Ну ты прям жесткий. Так, ладно, я ничего не нашел здесь. Окей, едем дальше, ребята, пока что. Я даже не понимаю. А какого цвета-то хоть? Чего вы там ставили-то? Жесткий, я жесткий ставил. Розовый. Желтый, розовый, чего? Понимаю, ладно. Так, окей, тут пока пусто, ребята, и здесь пусто. Опа! Ну-ка. Опа! Мально мы приехали. Косой. Че, а, на самом деле зона очень огромная, и я вот могу предположить, что... О, в лабиринте нашел тачку, благодаря паркуру! Серьезно? В лабиринте какую? Красная Audi A8. Красная Audi A8... О, я тоже что-то красное нашел! Охренительно! Это у нас... Че это за буханыч? Буханыч-ханыч. Это получается Кадиллак? А, нет, это Toyota Alphard. Нормально, нормально, да. Кто красный прятал-то по итогу? Это, видимо, Даник, да? Розовый, розовый. Фуфли, нет, он, посмотрите на него. Ладно, по первой тачке у нас Юра есть. Да мы еще твои не нашли. Ну, и чё? Ну, мы только мои не нашли, как бы, держим в курсе, да. Да, и Данику как бы хорошо. Вот вопрос, конечно, чё по тачкам Юры? Говорит, жестко прятал. Говорит, жестко, жестко это как вообще? Это вот вообще даже непонятно мне. Ладно, поехали далее, ребята, пытаться еще что-нибудь найти. Ты фуфел вонючий, черный нашел. Сам ты фуфел вонючий. А вот ты какого хрена ты через F2 пролетаешь? Я там не выйдешь. Километраже просто. Ладно. Ладно. Короче, я так понял. Даник про эти проезды, наверное, знать не знает даже. Легко ставил, да, тачки, поэтому особо напрягаться-то и не надо. О, нашел! Да, действительно! Это что такое? Это какая-то комнатка, видимо, да, в ангаре. Нормально, а ламба моя на базе. 2-2, да. 2-2-2.
2-2. Вау, 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 вау. Чё понял-то? Ебать. Тихая. За заборы зоны никто ничего не ставил, всё верно? Наверное. Ну, кто знает. Не, ну а нахрена ставить за пределы зоны? Юра такой расстроился. Давай ищи, ищи, как говорится. Не, просто я думал захерачить, типа, за пределы. Ну, с одной точки так как бы за территорией видно будет. Но, типа, это бред. Я вроде тоже нет, но не знаю, не знаю. Вроде. Вот я не ставил 100 пудов. 100 пудов, пудов, пудов. 100 пудов. О, я что-то вижу. Что-то вижу. На сером фоне красное. Чуть так, это точно тачка, это точно красная, это точно что это вообще? Ема, ты не очень, конечно. А Скудерия была просто под каким-то, я не знаю, этим вентиляцией, его. Я даже не знаю, как назвать это огромный ящик этот. Пацаны, можно посмотреть. Ну это третья тачка. Я обожрался, напился, я ничего не хочу. У тебя еще и проблемы, я знаю, совещания частые, да? Но сегодня, к счастью, они вроде как прекратились. Прекратились? Точно. Ладно, ребята. В комментариях пишите, как думаете, что за совещание у Юрца, а я пока поеду за следующими машинами. Я еще ни одну Юрца не нашел. Очень важное. Вы я одну мою нашли? Я ни одну не нашел. Четыре красных мы нашли, при этом у меня три, у Юры две. То и мы, я, ты как нашел все красные, да? Я три нашел. Я три красных нашел, так, я вот тут в ангаре еще не был. А, то есть последняя красная осталась? Нет, всего восемь, а их всего четыре найдено. Стоп, что? Чего, блэд? Пожди. Мне показалось. Это что за елка? Это тачка! Я ты не осень! Это тачка! Ну я, блин, думаю, что это? Я ее заметил, она пропала у меня. Я такой думаю, ну, блин, елка внутри не может же быть вообще никак. В смысле, идеально? Ебать. Идеально. Да не, она охеренно стояла, но я, ебать, меня вот именно елка смутила, как бы. Ну, я знаю, что елки не стоят у нас, тем более в ангарах, это просто... Ема, да ты вообще вот пёс, ты псина конкретная, потому что какого пошел. Хрена, это вообще лютые тачки, лютые нычки, да да никогда я в жизни думал, не найдёт. Я вот ему так, ты желтый прятал, понял, так, получается прошло уже 5 я минут, и я нашел 4 тачки. Где нашел-то хоть? И замолчал, я понял. Где нашел, говорю, тачку? Я вообще, блин, машин не вижу. В ангаре. В ангаре? Еще одна в ангаре? Что? А я что ли там был? Но да. Там же где елка была, Астон Мартин. Да? Серьезно? Понял, принял. Да. Ладно, ребята. Так, я знаю, тут есть хотя бы одна машина у меня, уга. Я знаю пароль. Компьютера Юрца. Да, Юрец? Моего нет. Нету? Первого сердечка. Нахер он нужен? Так, ладно, я поеду вот сюда. Ребят, не, ну это прям вообще люто. Это прям вообще люто. Я не знаю, мне тупо везет, наверное. Потому что найти такое... это нашел желтую. Нашел желтую. В, получается, одной секретной комнатке, да, которой да какой мало кто нашел. Знает. Ламбу. Я на всякий пожарный запрыгну. И мане, это как-то херово ищется, нету. Пацаны. Не, нормально, нормально, я пятую нашел, все четко, все хорошо, я прекрасно. Я первую только нашел. Ха! Не, короче, Даник, ты, наверное, не знал, но есть в одной комнатке секретной, вот тут вот, смотри, на крышу, там как бы с другой стороны там есть лестница, и внутрь можно зайти в этот, в эту комнатку. Ну и вот внутри была бэха. Так, ладно, неплохо, неплохо идем, ребята. Нашел Дэйвил. Пять тачек, шесть минут позади. Дэйвил нашел. А мне Сара, можно, где? Пожалуйста, машину найти? А такой вопрос. Я кое-что вспомнил. Я кое-что вспомнил, да, поехали с тобой. Ты чё, на F2? Я заезжал. Езжай. Сюда. Ля ты лентяище. Ты посмотри, какой лентяище, ребята. Пишите как бы хэштег фуфил, потому что он вообще парится. Когда он сам здесь тачку спрятал, так их стакает еще. Кого стакаю? Я хочу на крышу заехать. Потому что я знаю, что здесь просто охренеть, как много нычек, а тут лабиринт просто конкретный. Красную нашел. Прикинь, мы не заметили с тобой в гоночной как? Болит. Как? На где? На ангаре был. Да ладно? На въезде центральном. Бля, ща. Может, что, тоже найду. О, я нашел желтую, Макларен. На что? Нихера. Да. На крыше. Я еще хочу покататься, вдруг еще что-то есть.
Вдруг еще что-то есть. Что-то забрать не смогу. А, Даник? Даник, да. Так, тут пусто. Тут пусто. Ну, я так полагаю, тут одна тачка, да, болит и все. Ну, не, я еще хочу тут проверить, знаете, чтобы, как говорится, не профуфлинить возможность, потому что возможность таки лютая. Что нашел? Гелик нашел красный. Знаешь, что сделал? Мы, короче, спалили гелик, он просто стоял на потолке, он взял его, просто 5 метров в сторону сдвинул, прикинь. Серьезно? Прикинь, тупо. Мы еще в самом начале сказали, убери гелик, мы его спалили, он просто вообще люто изи стоял. Да. А кто на истребителе летает, я не пойму. Я не стреляю, я не летаю, я езжу. Я не стреляю, я просто наблюдаю. Поймаю. Шаху ставил черную? 3-6. Шаху черную? Где? Да. Вообще. Да хрен его, не помню вроде. Ну, на F2 влети мне, если не ставится, точнее, если не убирается, значит, да. Если исчезло, то все. Так, стоп, подожди, а такой вопрос. А это случаем тоже ли открывается Ли? Открывается Ли? 9 минут позади. Ребят, не, ну зона прям классная, мне нравится. То есть мне нужно еще две тачки найти, и я, можно сказать, план минимум выполнил. А, мы вроде все найдены, нет? Емать, тут что же, комната есть, Юра! Юра, блядь! Где? Я не знал, там сбоку еще одна комната есть. А, вот понял, где мы сейчас забирали? Да, там где лестница, которая левее. Да ну на! Я не знал о ней, я просто, я чисто. Я чисто по. Ну, на шару заехал туда. Ты думаешь, я спрятал тачку там? Она GTA-шная, скорее всего. Ты думаешь, я спрятал тачку и сказал тебе про этот проезд? Ну ты, конечно, фуф. Да не, вряд ли зачем. Я просто посмотрел. Ну вот. Так, ладно, едем дальше, ребята, ищем следующие тачки. Вот мне вот это вот интересно. А где черные? Или какие ты вообще прятал? Я черный прятал, да, добро. Мне будет намного приятнее, если вы мои тачки не найдете. Ой-ой, это что такое? Это что такое? Да дело не в том, что не найдем их, как бы не видно ни хера. Ну, наверное. Ой, бляхабух. Так самое интересное, я катаюсь по крыше, уже в разные стороны смотрю, все равно не вижу тачек. Даник, а что ты бегаешь-то? Дани, чё молчишь? Чё происходит? Я не знаю. Даник, ты чё бегаешь, Даник? Ответь мне. Короче, Даник бегает вокруг самолета, я не понимаю, что он хочет вообще сделать. Что он хочет взять. Ну говори, чё ты? Понял. Минус Даник, ребята. Может, у него ком сгорел, как всегда. Ай, блин, нашел тачка. Короче, это была моя, Даник. Поэтому можешь расслабиться. Я думаю, что за... У меня, короче, тачка была в самолете. Е-е. Это что такое? В каком самолете? Ебать, я нашел какую-то тачку просто под землей. Ебать, вы жесткие, конечно. Это BMW, под это землей? Красная, это Даника, да. Моя тачка была в белом самолете, который стоял рядом со спауном. И она была белого цвета. Я ее специально покрасил, вот. И Даник, как бы, я так понял, догадался, что она там есть. Он ее, короче, пытался вытащить оттуда, а я заметил, что она не в самолете, и решил ее обратно вернуть. И Даник бегал вокруг самолета, не мог понять, где эта тачка. А, все, получается, мои все найдены. Думаешь? Не знаю, что там у тебя найдено. Да, все 4 мои найдены. Но при этом 7 у меня уже на базе. Ребята, времени прошло 11 минут. 11! Я так полагаю, в лабиринте Юра не ставил ничего, да? Я один. Да, по-моему, только я один поставил лабиринт, не? Наверное. Как понять-то в данной ситуации? Не понять. Я, блядь, черный вообще не вижу. Думаешь? А ты уверен, что ты черный ставил? А может, я одну только поставил? Ну, я как минимум 3 нашел. Или сколько там? Ну, а может, я 3 нашел. Ой, спрятал. Как уже понять, да? Ладно, мне нужно найти еще одну машину, ребята. По времени как бы остается вообще кропаль. И маленькая тележка, то есть 3,5. Я думал, там тачка. Ладно. Я удивлен, кстати, что вы проезжаете мимо моих машин уже неопределенное количество раз и ничего не видите. И ничего не находите. Не, ну так, интересненько стоят. Ну, смотря где мы ездили.
Смотря где вы ездили или где вы не ездили, это уже другой вопрос. Ребята, комментарии пишите, если я вдруг что-то упустил, потому что, ну, вы сами понимаете, тут не так все просто. Обнаружить-то все тачки. Так, ладно, тут пусто. Ну, черный цвет вообще ема! Сливает совсем. Что ты, ема, я зеленый. Зеленый нашел. Где нашел? Зеленый? В лабиринте. Там нашел мою, да? Да, ты прав, я одну поставил лабиринт. Действительно. Ладно, прямо поехали в ту часть. Въезда. Я не понимаю, сколько мы вообще желтых нашли. То есть, куда они вообще пропали? Желтых мы прям вообще мало нашли. Юра говорит, вообще машины не видит. Ну, надо проснуться. Надо проснуться, действительно. Чуть не взорвался. Да я более бодрячком, чем ты, если так пошло. Думаешь? А машины все равно не вижу. Ну, думай, думай, да. Настраивай себя на это я не спорю, это, конечно, хорошо. Но при этом мне нужно найти еще одну, ребята. Я хочу прям сделать план минимум. Я хочу минимум. Минимально заминимизировать на мои поиски машин. Забей хер просто. Надо 8, надо 8. Ребята, я не пойму. Ну, по-любому же где-то здесь должно быть. Сокровище. Чудище желтое какое-нибудь. Кто там пукает? Кто там пукает, спрашиваю? Хватит. Страдать. Это призыв на совещание. Херней. Так, ладно, тут пусто. Тут пусто. А что по тачкам вообще осталось, пацаны? Я тебе больше скажу, по времени почти ничего не осталось. Я хз, я уже по объездным катаюсь, неужто никто сюда ни одной машины не поставил? По времени вообще все печалище, потому что остается буквально меньше 2 минут. Меньше 2 минут, я уже везде был, я вот просто реально уже везде был. На крышу посмотрел. Ну тебе нахер. Ты сам сюда что-нибудь ставил? Не знаю. Да, но если где-то за территорией стоят тачки, я в ахере. Опа, и показалось мне. Я уже думал расстроиться, думал, нихера себе, там что, действительно тачка? И я ее проехал. Твоя тачка. Ну такое. Да быстрее, садись. Остается вообще кропаль. Почти, ну, чуть больше минутки. И я думаю, что тут уже все. Не знаю, что там взорвалось, тут открывается, нет? Ай, фуфля, не открывается. Что нашел? Где нашел? Имбовое место нашел. Тачку, надеюсь, не нашел? Ну, по-любому, где-то здесь стопудово есть машина, но только я вообще ее не вижу. О, циферки, короче, оказывается, которые мы используем, они с аэропорта, прикинь. Да? На терминалах он висят сверху. Замечательно. Да, вижу. А можно как-то, ну, опять, тук. Тук. Я что, реально только 7 нашел? Я хотел 8 найти машин, но уже, как я полагаю... Все, да? Ладно. Да. У Юры много машин. Я чисто, ну, лабиринт. Черный вообще да не вижу. Лабиринт это вообще не бессмысленно. Видел. Если в лабиринте одну тачку найти, то это, ну так, чисто подарок. Ладно, время вышло. Я предлагаю показывать машины, которые мы не нашли, потому что давайте-ка посчитаем. 4. Все красные были найдены. Нашли. 1, 2, 3, 4 моих было найдено. И 1, 2, 3, 4 Юрчика было найдено. То есть у нас с тобой пополам. Сразу можете прыгнуть сюда, и тут вы найдете мою машину, одну из. Это у нас... Где она? О, вот она. Это у нас, получается, Урус. Так, здесь вроде как вы тоже не нашли, да? Да, тоже не нашли. Мусорочка... Ее тоже не видно с земли отсюда. Нормально. Не, ее видно, видно. Я ее прям полил на ролике, да, ее видно. Вот здесь мусорка как-то уже ставили вот в это место, поэтому, ну, ничего такого сложного нету. Бля, ты внутрь засунул, ну ты не очень. У меня тут рядом моя машина, тоже в мусорке, смотри. Серьезно? Буквально в бок немножко. Но я в мусорку не ставил, я между... Ай, ты убил, ладно, да, интересненько. Так, очередная машина вот здесь находится, прям на окраине, но в зоне при этом, посмотрите. Где? Да. Вот здесь она. Так, здесь мы отметили. Бля, ты чё здесь вообще? Мы тоже нашли. Так, подожди, а Икса вы тоже, да, получается, нашли, да, Икса тоже нашли. Я здесь проезжал, но туда даже засматриваться, но это не... Слушай, а что получается? У меня одну машину, которую я не показал вам. А, вот она находится, я ее просто не отмечал. Это четырка, где? Тоже как бы несложно. И лестница прям сразу говорит о том, что здесь вот стоит машина. Вообще изи. Ну, просто надо было посмотреть чуть-чуть вверх. Тем более лестница палит сильно. Ну, я да? и здесь проезжал тоже. Так, я ну, все тачки одна свои показал. Моя, ты возле ней катался, возле нее и не нашел, не заметил тоже. Это что такое? Где это? Ну, это стоит намного лучше, чем твоя ламба. А,
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это подобная нычка, да, на окраине тоже. Тут надо вот именно было внимательно смотреть. Да ладно, я ж так и... Да ладно, я же... Я проехал по той кишке, а по этой кишке я не ехал. Их 5, и я на это и ставил расчет. Да, блин, обидно. А, я даже тут и не проезжал, наверное. Я не помню, да, слишком много-много. Да, ну, еще одна идентичная, прям на окраине. Это что? Да ладно тебе, я даже не заезжал сюда, честно сказать. Понимаю. Ну что же, ребята, получается, что мы с Юрой получаем, я так полагаю... А нет, сколько у тебя? У тебя получается 6 тачек, да? Ты нашел 6, ты баллов получаешь. Наверное, да. Даник 3 получает, а я получаю 7 баллов. Ну а прямо сейчас проведем одно испытание. Поехали туда. Давай. Готовы провести дерби до 2 побед. 2 балла можно здесь заработать, поэтому желаю каждому удачки. Полетели. Как только 2 балла зарабатываем, то все. Ты что на меня агришься-то, а? Ты что на меня агришься? Ебать. Тормозов не было. Ничего на красный. А, я же тебе не... Я же тебе не тряпка-то половая. На тебе нахрен, съем. Даник, скидывай его. Скидывай его. Спасибо. Чё, бля? Я выжил. Как ты? А Даник нет. Даник сам уехал. Так, как ладно. Как ты так отлетел-то? Шансов вообще мизер. Я не знаю, я просто лайкер. У меня такая же херня. На ходу. Да ладно, ты ракер, блин. Ладно, ребята, бал твой. Окей, да, но у нас еще самое интересное, раунд, все поэтому шифоны. Поехали. Да, поехали. Даник, я предлагаю ополчиться против вот этого нехорошего человека. Блять, рассинхрон выключи. Димка вообще не переехал. Да ёб твою мать, еще и низкочастотными по ушам бахнул. Давай. Ну ладно, я вывалился. Вообще красава, красавцы, пацаны. Она без тормозов была, да, ладно. Повезло тебе, в любом случае. Ну а на этом мы будем заканчивать данное шоу. Ставьте лайки, удачки, пока-пока. Пока, пока.